по поводу автомобиля Kia Optima 2011 года с двигателем G4KE 2.4. Автомобиль у нас после капитального ремонта. Капитальный ремонт делался в другом сервисе. Это появилась очень сильная вибрация. Как сказал клиент, 250 тысяч отдал за ремонт этого двигателя. И будем называть фирму, где он это сделал. И можно пользоваться им напрямую в телефон и осмотреть на предмет задиров. Больше всего страдает третий. Пробег, напоминаю, 650 километров после капитального ремонта. На этом двигателе поставили ремонтный размер 0,5 на поршневую группу. И, естественно, блок двигателя расточили. Сегодня у нас будет интересное видео. Добрый день, дорогие друзья! С вами снова компания OMZAP. И в продолжение предыдущего видео, это у нас Kia Optima с двигателем 2.4 G4KE. Вот, видео будет у нас под номером часть 2. Если вы не видели видео под номером часть 1, по ссылке в описании вы можете посмотреть это видео. Маленькая предыстория, то есть человек сделал капитальный ремонт в другом автосервисе, ему двигатель, блок расточили под 0,5 поршня, удалили баланс валы, поменяли коленвал, неизвестно как подобрали вкладыши, неизвестно как расточили, в общем, мы сделали эндоскопию, и она показала небольшие задиры на всех четырех цилиндрах и два неприятных задира на третьем цилиндре. Вот. Ну, как бы это не так у нас как бы интересно, как то, что в принципе произошло с коленвалом и почему на этом двигателе очень большая вибрация идет, то есть как будто двигатель работает в нагрузку. Вот. В принципе, после нашей диагностики клиент принял решение снять, разобрать двигатель. Ну, это как бы делать нужно не в любом случае, потому что после сборки в другом сервисе у него течет антифриз из-под головки блока цилиндров. И поэтому клиент, естественно, принял решение снимать и разбирать двигатель, что мы сейчас и будем делать. И все, что произошло, все, что случилось, мы сейчас вам и покажем. Для тех, кто проживает в немосковском регионе и не имеет возможности привести к нам свой автомобиль на профессиональный ремонт двигателя, можете прислать транспортной компании снятый силовой агрегат. Вы оплачиваете доставку до Москвы, а мы отправляем вам отремонтированный двигатель за свой счет. Двигатель к отправке готов. Также мы пришлем полный видеообзор дефектовки и ремонта вашего двигателя. Снимается двигатель, в принципе, здесь, как и во всех остальных автомобилях производства компании Kia и Hyundai. То есть это много видео у нас уже по этому есть. И, в принципе, прям более подробно мы вам показывать особо не будем. Вы это уже все видели. Мы, то есть уже, в принципе, в основном покажем результат. И, то есть, скажем так, более быстром все темпе, чтобы долго, надолго не растягивать и не тратить ваше время. Итак, дорогие друзья, двигатель мы сняли. В принципе, времени это занимает не очень много, где-то часика, полтора-два. Вот, сейчас осталось нам его раскидать, то есть, ну, снять все навесное оборудование, снять головку. И самое интересное, что нас больше всего интересует, что с поршневой группой. Вот, и, в принципе, сейчас мы это все сделаем и вам все покажем в мелочах и подробностях, что и как, что пошло не так в этом двигателе. И, естественно, постараемся его починить. Хочется еще отметить, что люди, которые занимались ремонтом этого двигателя, не полностью знают его конструкцию, потому что многие болты перепутаны, допустим, там, где должен стоять один болт, стоит совершенно другой. Кстати, вот здесь, вот смотрите, то, что мы смотрели эндоскопом, смотрите, течь из-под прокладки идет. Интересно, что там дальше. Итак, вот я достал сейчас клапан ВВТ
выпускного коллектора. Вы видите, какую интересность мы нашли. Это, как вы видите, это стружка. Вот, причем такая у интересного непонятного вида. Непонятно, то ли это вкладыши, то ли это стружка, которая осталась после расточки двигателя. Если его, допустим, плохо помыли, продули после этого расточки, могла остаться тоже такая стружка. Ну, в принципе, можно попробовать ее проверить. Видите, да, какая она? Магнитится она или нет? Нет, стружка не магнитится, стружка алюминиевая. Видите, она к магниту не пристает. Скажет, для более достоверного возьмем даже вот такой. Ничего не происходит. Будем дальше. Да, стружка алюминиевая. Скорее всего, это может быть от вкладыша. Ну, пока рано что-то говорить. Посмотрим, что будет дальше. Вот. На впускном то же самое. Видите, стружечка. Это как раз вот канал, который подача идет. Видите, он сетка здесь стоит. И чтобы клапаны ВВТ... Вернее, фазорегуляторы, чтобы масло чистое получали. Здесь специально поставили сетку. И видно, что подача масла идет уже со стружкой. То есть что-то там не так в этом двигателе 100%. На герметике. Любопытно. Неплохо. Тоже на герметике. Те вещи, которые на герметик мазать совершенно не нужно. Датчик давления масла, он вообще прикручивается в конусную резьбу, то есть он на нем конус. Видно, да? То есть резьба конусная. И здесь внутри тоже резьба конусная. И когда вы его затягиваете, он, то есть, сам себя перекрывает. Так, поехали дальше, посмотрим, что к чему. По внешнему виду, конечно, все вроде стоит новое. Также клиент говорил, что здесь производилась регулировка зазоров клапанов. То есть, я так понял, меняли стаканчики или переставляли их. В общем, что-то с ними производили, какие-то непонятные движения. Что, честно говоря, на таком пробеге требуется крайне редко. Максимум, что можно сделать с головкой, так это притереть клапана, и после промерки зазоров они всегда становятся в норму. Ну, так как было вмешательство, мы обязательно сейчас все это проверим, дабы узнать, что, насколько правильно, что они тут нарегулировали, те ребята, которые делали этот двигатель. Для начала мы сейчас выставим первый цилиндр, верхнюю мертвую точку. В принципе, делается это несложно. Видите, кулачки первого цилиндра смотрят вверх и чуть-чуть друг на друга. Ну и потом проверяем по метке на шкиве коленвала. Она должна вот эта прорезь совпадать с буковкой Т. Так, метки цепи в норме. Видно, да, они стоят на месте. Вот они, меточки цепи. Они тоже друг на друга смотрят. Цепь установлена правильно. То есть, что делать нужно? То есть, выставили, получается, у нас первый цилиндр ВМТ. Мы можем проверить при этом первый цилиндр впускные, выпускные клапана, выпускные зазоры. Также на втором цилиндре впускные, как вы видите, вот кулачок смотрит в другую сторону от стаканчика регулировочного. И третий цилиндр выпуск, то же самое, кулачки стоят в другую сторону, смотрят, и можно проверить на третьем цилиндре зазоры. Щуп номер 20 у нас не заходит под первым цилиндром, а под вторым. На одном клапане свободно, на второй тоже не заходит. Обязательно для замеров нужно, чтобы двигатель остыл. Ну, то есть, если это вы делаете просто замер, нужно, чтобы он был холодный. Потому что зазор тепловой. 15-й свободно. Ну, в принципе, не так уж и плохо. Выпуск должен быть 0,25. Свободно. Третий свободно. Теперь берем щуп 0,30.
И смотрим, как он будет заходить. Тоже свободно. И также, ну, тут, в принципе, третий можно считать, что норма. Ну и на всякий случай 0,4 возьмем. Тоже заходит. Поджимается, но, скажем так, великоват зазор на первом цилиндре. Здесь, естественно, он уже не зайдет. Дальше что мы делаем? Дальше мы коленвал проворачиваем на 360 градусов, при этом распредвалы проворачиваются на 180 градусов. То есть мы выводим четвертый цилиндр в верхнюю мертвую точку. Точно так же мы смотрим по коленвалу, чтобы он стал по метке. Здесь у нас получается уже распредвалы смотрят в разные стороны, они провернулись на 180 градусов. И, естественно, кулачки четвертого цилиндра смотрят вверх. После этого мы можем проверить впускной-выпускной зазор четвертого цилиндра. Получается, у нас можно проверить впуск третьего цилиндра и выпуск второго. То есть, ну, грубо говоря, все зеркально становится. С 0,4 начнем. Раз он уже у нас на готове. На выпуске нет, не заходит. 30-й. 30-й свободно. В принципе, более или менее допуски. То есть только у нас на первом. Так, сюда на всякий случай. Тут 30-ка не заходит. 25-й нет. Один не очень. Сюда вообще не входит. И 15-й. Свободно везде. Ну, в принципе, более или менее впускной у нас в допуске, а на выпуске я все-таки думаю, что нужно чуть посильнее притереть клапана, и они станут тоже в допуск. Так, что дальше? Дальше мы снимаем шкив коленвала, снимаем переднюю крышку и убираем ГРМ, после чего можно будет продолжать заниматься головкой. Герметика явно ребята не жалели, мазали везде, где нужно и не нужно. Причем в основном там, где не нужно. Вот наш ГРМ. Тут они что-то, конечно, очень интересное мутили. Потому что они тут поставили, смешно очень, поставили успокоитель от КД. И зачем-то еще, то есть его поставили с пружины, хотя мы много раз говорили, то есть можно было и видео посмотреть, что это не обязательно делать, то есть просто ставится обычный гидронатяжитель. А они тут сделали все сразу, то есть они и пружину поставили, и натяжитель поставили, и еще шплинт забили. Если вы видите, то есть так сбоку посмотреть, смотрите, насколько он торчит. То есть можно было бы это хотя бы как-то поаккуратнее сделать. То есть, опять же, если вы поставили с пружину, заглушите отверстие, зачем вам натяжитель? Или в другом случае, блин, зачем было сюда забивать этот шплинт, вот, и ставить пружину? То есть, что-то они не додумали, судя по всему. Так, ГРМ мы сняли, в принципе, дальше у нас что? Дальше у нас нужно открутить распредвалы. Ну, в принципе, как во всех наших видео, как вы уже видели, в принципе, можно долго не объяснять. Все, откручиваем распредвалы. Убираем постель с распредвалами, убираем вкладыши и уже добираемся до болтов, откручиваем головку. В принципе, выработка есть небольшая, но такая, если честно. Предвалу этому и в постели ходить и ходить. А вот здесь, конечно, не очень хорошо. Именно вот этот вкладыш. Хотя ничего не цепляется. Уже, в принципе, ничего страшного. Клиент говорил, они его меняли. Мы еще проверим его, совпадает ли он по буквенным значениям. То есть у них тоже есть свой размер.
То есть меняли вот эти два вкладыша, этот и на крышке, который. Вот этот, видите, видно, что они новые и что что-то было не так. Проверим по таблице, какой должен быть. Тут стоят черные. Обычно, ну, конечно, может быть, потому что свежесобранные. Но все равно они обычно даже сновья откручиваются с очень сильным треском. А тут сильно даже усилия не прилагаешь, чтобы его открутить. Может быть, тоже на герметике. Болты хоть правильно поставили, уже хорошо. Смотрите, вот места, где текла прокладка. Вот она, да? Самое интересное, вот здесь масляный канал. Вроде как в него ничего не попало, то есть стекло прямо из-под прокладки. Или внутри прокладки. А голова фрезерованная. Видно, что что-то с ней делали. Сняли 0,15. Скорее всего, раз они столько сняли, нужно было ремонтную прокладку поставить, а они поставили стандарт. Вот, видно, прям внутри прокладки тек антифриз. И вот здесь. Видите, зеленая. Вот он, наш задирчик на третьем цилиндре. В принципе, не такой страшный, как он казался. Эндоскопом, но все равно он есть, а быть его не должно. Поршня 0,50. Смотрите, первый сухой, а со второго по четвертый они все мокрые. Как будто с маслом работали. Видно, да, нагар, нагар, нагар. А этот более или менее. Блок как будто щеткой почистили. То есть поверхность ничем не обрабатывали, то есть, скорее всего, он из-за этого и потек. Вот прям вот где-то вот здесь он тек, видите, да, вот прям след. Вот здесь. Вот здесь. Вот, смотрите, прям засахарившийся уже антифриз. Нужно будет обязательно проверить, промерить блок линейкой и промерить головку. Что так быть не должно. Так, ну что, в принципе, с этим все понятно. Дальше будем лезть уже вниз, смотреть, что с коленвалом. Этот болт должен в другом месте стоять, этот тоже. Так, серьезной стружки тут не видно, но видно, как масло блестит. В принципе, это пока еще не показатель. Хотя вон видно кусочки. Опять же, непонятно, то ли это что-то новое, то ли это что-то старое. Болт здесь должен стоять другой, здесь тоже. Это вообще не с этой машины. Какой-то такой интересный на разрыв болт. Ваговский, может. Это тоже коротенький. Интересно, в заборнике стружки особо много не видно. Ладно, в стандарте. Вкладыши бесцветные. Шатунные. Знаю, надо смотреть, что на колене, что на блоке. Полосочка есть, но не страшно. А вон там уже, видите, тоже полоска появилась. На блоке. На блоке даже никто ничего не смотрел, что должно быть. БЦ. ББ. Ха. А вот тут вот уже нехорошо. На первой шейке. Достану тут вкладыш. Теперь хочу напомнить, автомобиль проехал 600 километров.
не тысячу, не тысяч километров, не тысячу даже километров, а 600 километров. Это уже задир пошел. Так, осталось открутить коренные шейки и, в принципе, все, можно будет доставать поршня. Обратите внимание, каким ключом я откручиваю шейки. Обычно это делается срывным ключом, то есть воротком, а я свободно их кручу обычной трещоткой. Так быть не должно. Сначала попробовал пистолетом, слишком легко получилось, он даже не тормознулся у меня. И понял, что это не так. Говорит о том, что коренные шейки не дотянуты. Ну, не перепутали, уже хорошо. Так, ну колено, в принципе, еще вроде не успело ничего с ним плохого произойти. И смотрим дальше. Вот, смотрите, четвертый. Отлично. Третий. Но нехорошо. Ну и не сильно плохо. Второй. Отлично, можно сказать. И вот она. Вот она, наша вибрация. Видите, он начал уже приклеиваться потихонечку. Вкладыш начала подъедать. В принципе, человек сделал правильно, что сразу забил панику. Очень сильные задиры. И то есть долго бы этот двигатель бы просто бы не проходил. Коренные вкладыши у нас, в принципе, не пострадали. Но мы их, скорее всего, все равно поменяем. Потому что, во-первых, они здесь все одного цвета, все стандартные. То есть есть 5 видов вкладышей для каждой шейки. Даже вот, допустим, если у вас колено неточное, без росточка, без ничего, для стандартной шейки есть 5 видов вкладышей. Зазоры идут у них там в сотых. Но это очень важно для, то есть их нужно, ну, соблюдать, чтобы не было вот таких вот болячек. То есть, скорее всего, просто вкладыш не подошел и его задрали. Плюс, опять же, затяжка тоже оставляет желать лучшего. То есть они открутились обычной трещоткой, эти вкладыши закручиваются с довольно-таки немалым усилием. Они не должны так откручиваться легко. Вот. Сейчас мы что сделаем? Снимем эти вкладыши коренные. В принципе, я их пока разложу по шейкам. Дождемся уже решения клиента, но, скорее всего, мы будем рекомендовать их к замене, потому что шейки не одинаковые. У них есть буквенные и цифренные обозначения. Они вот, сейчас я переверну блок, покажу вам, где они находятся. Здесь вот на колене. Видите, здесь вот идет серия, да? И пошли вот они цифры. 3, 2, 2, 2, ну, в общем, 3, 4 двойки. Это обозначение коренных вкладышей. И 2, 3, 2, 2, это уже обозначение шатунных вкладышей. Вот. Здесь все поставилось в стандарте на этом двигателе, и оно не соответствовало. То же самое вот здесь на блоке. Вот, сейчас я щеточкой почищу, чтобы лучше видно было. Вот, видите? ББББ, БЦББ. Это тоже как бы размер, то есть подбирается, то есть соответствие должно быть шейки, допустим, Б-шейка на коленвале, вернее на блоке, и допустим, первая шейка на колене. И соотношение букв и цифр должно соответствовать какому-то цвету вкладыша. Допустим, Б2 это обычно бесцветный, а допустим, СБ это либо зеленый, либо черный, ну и так далее. Вот, здесь этого ничего не сделали, и, как видите, последствия. Ну, опять же, то есть моменты затяжек тоже, судя по всему, не были соблюдены, потому что головка потекла, колено открутилось легко, шатун, вкладыш задрался. Ну и самое интересное, посмотреть на поршня, на росточку, как она выглядит. Мы своим клиентам это крайне не рекомендуем делать, потому что обычно такие вещи долго не ходят. Ну и опять же, смотрите, вот 600 километров, кольцо масляное лежит, оно не раскрылось после того, как я поршень достал.
Здесь уже видно потертость откровенную. И это только первый цилиндр. Смотрим дальше. То же самое. Потертость, кольцо лежит. Потертость, еще большая. Вот, кстати, наш задир, который мы видели один. Вот он второй. И четвертый цилиндр, в принципе. Вот такие вот дела. Поэтому, дорогие друзья, не экспериментируйте. Лучше двигатель загильзовать, поставить все стандартное. То есть стандартные поршня, стандартные кольца. И будет это все бегать, ходить без проблем. А эксперименты с расточкой, они к хорошему не приводят. Ну что, увидимся, когда будем собирать. Итак, дорогие друзья, блок наш вернулся наконец-то из гильзовки. Напоминаю, был расточен под 0,5. Вот они, наши поршеньки, чтобы мы не были голословными. Тут прям вот видно. Вот, бэшка 0,50. Это, как мы уже много раз говорили, ни к чему хорошему не приводит. В данном случае вы можете увидеть, что уже за 600 километров сожрало некиселовое напыление. Вот. Ну, скорее всего, конечно, это даже было дело не в расточке, не в том, что расточили блок, а в том, что были не соблюдены размерами, потому что по поршню видно явно, что он был слегка зажат. То есть размер был, то есть блок был расточен не под поршень, блок был расточен просто под 0,5 размер. Вот. Мы таким не занимаемся, потому что мы не привыкли снижать ресурс двигателя, мы стараемся его повысить. Поэтому мы загильзовали блок под каждый поршень. Сейчас я вам покажу. Вот они, наши новые поршня в стандартном размере, обратите внимание, вот они, бэшечки. Вот. Вот тут вот на поршне есть меточка, видите, да, одна полосочка. Ну, естественно, на шатуне тоже. И под каждый поршень точится гильза под размер каждого поршня. Естественно, потом наносится на гильзу сеточка, маслоулавливающая сетка, уже забыл, как она, ханинговка, вот, забыл, как называется. Вот. Дальше мы шлифанули коленвал. Если вы помните, тут вот они, вкладыши, это первый шатун. Ну, там еще какие-то были небольшие потертости, но это самое страшное, то, что мы нашли. Это говорит о том, что вкладыши были неправильно либо зажаты, либо подобраны. Ну, как мы выяснили, все вкладыши были не подобраны, они были куплены в стандартном бесцветном цвете. Но то, что я уже говорил, на каждом вкладыше есть, кроме того, что это стандартный размер, допустим, вот смотрите, вот он, стандартный размер коренного вкладыша, да, видите, на нем черная меточка. Вот. Также то же самое, смотрите, вот здесь вот номер 110, да, а следующий вкладыш уже идет 120. То есть каждый вкладыш, кроме того, что он имеет стандартный размер, у них есть еще допуски по сотым, по соткам, то есть размер подбирается по коленвалу и по блоку цилиндров. Вот. То же самое, допустим, шатунные вкладыши подбираются по коленвалу и по шатунам. То есть если в нашем случае шатуны все бэшки, поршня все бэшки, то есть это имеет один размер, один вес, вот, то мы смотрим вот здесь вот на колене, я вам уже, по-моему, показывал, но на всякий случай еще раз покажем. Есть буквенные и циферные обозначения, которые соответствуют каждому цвету. То есть смотрите, корень начинается у нас 3, на блоке, допустим, B, это у нас получается черный вкладыш. Ну и то же самое, там 2 на блоке B, здесь уже будет 100% бесцветный вкладыш. Ну, в принципе, я вам даже покажу. Вот он, наш вкладыш. Как вы видите, здесь нету никаких цветов. Вот. Ну и с шатунами, естественно, то же самое. Ну, на всякий случай мы, естественно, решили, ну, учитывая то, что непонятно было, как подобраны запчасти, как это все собиралось, мы меняем все вкладыши, даже полумесяцы. Вот. Точно так же вот шатунные вкладыши, абсолютно все новое, в оригинальных упаковках. Второй шатун, видите, он тоже черненький. Вот. Также при разборке я обратил внимание на то, что на постели ГБЦ, те, кто сталкивался с этими двигателями, они должны знать, что у них есть еще тоже вкладыши под
это у нас получается какой? Выпускной распредвал. Вот. На данном автомобиле эти вкладыши тоже были поменены, но учитывая маленький пробег, я обнаружил, что здесь небольшая выработка, и мы сверили по таблице. Вот здесь вот видите, черная меточка, да, на вкладыше стоит. Он тоже был подобран неправильно, потому что здесь постель, видите, обозначение С, соответственно, у нее и вкладыш должен быть не черный, а зеленый, как оказалось. Вот. Если там, допустим, будет Б, то он будет бесцветный. Если там будет А, то он будет черный. То есть, соответственно, не тот размер. Естественно, мы тоже как бы решили, приняли решение его заменить. В принципе, у нас тут уже, как, так скажем, ничего нового для вас, ничего особо интересного такого нету. Мы просто сейчас быстренько это все дело соберем, заведем и посмотрим, как это все будет дело работать на автомобиле. Ну, если какие-то еще нюансы появятся, я обязательно их прокомментирую. Так, сборка практически, нижняя часть двигателя практически завершена. В принципе, как вы видите, мы уже прикрутили коленвал, поставили поршневую, поставили маслонасос, плиту. Плита уже на герметике. Единственное, что она еще не прикручена. Я просто хотел обратить ваше внимание. В начале видео мы при разборке обнаружили, что болты вот в этом месте были не, ну, скажем так, не с этой машины, как минимум. Вот. Здесь вот должны стоять, вот видите, вот они такие вот блестящие серенькие болтики, красивые. Вот. Они становятся вот так вот. И, как вы видите, вот, ну, то есть, какое расстояние, то есть, на какое расстояние он должен закрутиться, то есть, где-то сантиметр, может, даже где-то полтора. А здесь стояли какие-то болты, совершенно непонятно, откуда они их взяли. Вот, смотрите. То есть резьба хватается буквально 2-3 витка, и как бы, я, скажем так, это немножко ненадежно. Поэтому мы ставим сюда родные болты, которые должны были быть. Вот. И в принципе с нижней частью двигателя у нас практически все. Цепь мы поставили, осталось поставить успокоители, натяжители, закрыть поддоном, и после этого мы перевернем двигатель и уже будем прикручивать головку блока цилиндров. Многие скажут, что, мол, почему пистолетом, болты, постель. Постель у нас играет просто роль, скажем так, крышки, поэтому она не затягивает ни бугеля, ни, то есть, никакую трущуюся деталь, поэтому ее можно смело прикручивать пистолетом, ну, естественно, с определенным усилием, не тянуть там, чтобы резьбы не порвать. Но от того, что мы крутим пистолетом, ничего плохого нет. Например, на двигателе G4 она, там пистолетом крутить такие вещи нельзя, потому что постель играет, является постелью коленвала, поэтому там нужно все крутить динамометрическим ключом. Здесь она просто как крышка, поэтому можно смело крутить пистолетом. Итак, в принципе, низ у нас уже сколочен. Нам что осталось? Нам осталось прикрутить двигатель к коробке. И можно уже будет ставить головку блоков. Для чего мы прикручиваем, кстати, как вы заметили, мы всегда их прикручиваем сначала к коробке, а потом ставим головку. Просто так удобней, когда ты затягиваешь головку несколькими усилиями, чтобы двигатель не проворачивался. Удобнее, когда вот он вместе с коробкой, его проще держать. Так, ну мы отклонились от темы. Вернемся к нашим бедам, которые произошли в предыдущем сервисе. Как вы помните, здесь у нас стояла на этом успокоителе пружина. Я ее выбросил, поставил на место успокоитель, отпилил этот штырь, который торчал на неимоверное количество.
сантиметров от блока, который там просто, ну, в принципе, он тут вообще не нужен, будем говорить откровенно. Насос у нас остался старый, с ним все в порядке, двигатель уже переделан, балансиры здесь удалены, стоит поддон короткий, маленький. От G4KD. Вверх, вы как вы видите, уже тоже весь собран. Все здесь хорошо. Помазано маслечком, чтобы это все хорошо двигалось, скользило, так сказать. Ну, в принципе, дальше уже будем притягивать голову. Я вам покажу, расскажу, что к чему. Итак, как вы видите, коробку мы уже прикрутили. Головка у нас уже стоит на месте. Кстати, вот по поводу прокладки головки я хотел еще сакцентировать внимание. Сейчас я ее найду, кстати, вот она. Смотрите, старая прокладочка, вы видите. Она у нас стекла, если вы помните, вот в этих вот местах. И по ней прям видно, что она не приклеилась ни к голове, ни к блоку, потому что часть герметика при прижатии прокладки и прогреве двигателя должна была перенестись на поверхности, а она так и осталась на прокладке. Ну, естественно, соответственно, она и текла. И как вы помните, когда я разбирал двигатель, он, в принципе, головка очень легко открутилась, то есть сейчас без особых усилий. Вот, поэтому я хотел сакцентировать внимание, во-первых, на том, что вы видите, вот на вот этих частях нет герметика. Вот, я протер, видите, тут ничего нет. А по технологии обязательно здесь нужно промазывать, иначе будет подтекать масло. Вот, вот эти вот уголки, там, где стыкуется передняя крышка. Это раз. Второе, напомнить всем, кому это нужно, моменты затяжек. То есть это важно, это нельзя пропускать, это нельзя выпускать. Сначала, первым моментом, мы протягиваем 35 ньютон-метров. То есть 3,5 килограмма динамометрическим ключом. Это я уже сделал. Вот. И протягивается головка в определенной последовательности. То есть, ну, вообще лучше всего распечатать техническую документацию по сборке двигателя и полностью следовать всем нужным требованиям. Вот. В предыдущем сервисе, где ремонтировался этот двигатель, это сделано не было, поэтому головка, естественно, и потекла. Вот, протягивается он, в принципе, с очень сильным усилием. Попробуем вам показать, как это все выглядит примерно. Последовательность болтов тоже очень важна, иначе головка притянется неравномерно. Как вы видите, они тут примерно накрест закручиваются. И, возможно, такие косяки, как вот были у предыдущих сборщиков. Видите, да? Я тяну, человек держит, потому что усилие довольно-таки немалое. Это при учете того, что у нас идет второй этап протяжки головы. Второй этап. Не третий, а второй. То есть на третьем этапе она тянется еще сильнее, еще тяжелее. Еще как бы небольшой совет, как бывалого автомеханика. Между каждыми моментами делать небольшую паузу 5-10 минут, чтобы прокладка улежалась в этом положении и чуть-чуть разгрузились болты. И то есть следующий этап будет чуть полегче, если чуть-чуть подождать. В принципе, что мы сейчас и сделаем. Ну а дальше я уже вам покажу, как прикручиваются распредвалы, каким способом, как ставится цепь ГРМа. В принципе, это мы уже и показывали много раз, ну, освежим вашу память. Так, у нас уже идет третий этап затяжки. Видите, как они тяжело тянутся. Иногда они трещат очень сильно. Переживать не надо. Нужно тянуть сколько положено. Потому что ну, все они трещат, что греха таить. Вот так примерно. Видите, как я его тяну? Такое ощущение, что он сейчас, если его не придержать, просто развернется. То есть усилие очень немалое прилагается для того, чтобы затянуть эту головку. А при откручивании, в принципе, вы видели, усилие было минимальное. Просто не дотянули. Протяну. Итак, дорогие друзья, как вы видите, мы уже прикрутили распредвалы.
У нас уже установлен газораспределительный, цепь газораспределительного механизма, успокоители, натяжители, все стоит на месте. В принципе, у нас осталось всего ничего, то есть осталось закрыть переднюю крышку и поставить клапанную крышку. Но перед этим не забываем проверить одну вещь, которую мы делали в начале при разборке. То есть нужно проверить зазоры. Потому что мы снимали голову, мы ее разбирали полностью, притирали заново клапана. Я вам объяснял, если вы вспомните в начале видео, если не вспомните, можно перемотать, еще раз посмотреть, как проверяется, как притирается, как выставляется зазор, то есть, ну, в таких полевых условиях, без замены стаканчиков. То есть чуть больше притираете клапана выпускные, в нашем случае это были, чуть меньше там, то есть, ну, совсем чуть-чуть притираются клапана впускные, потому что у нас зазоры были в норме, вот, и после этого, то есть, в принципе, сейчас как раз тот момент, когда лучше всего проверить зазоры, что мы сейчас и сделаем. Вот обратите внимание, у меня в руках сейчас 0,35 щуп, ну, наверное, не увидите, тут очень плохо отпечатано, вот, и он не лезет туда, куда у меня лез 40-й щуп. Порядок проверки повторять уже не буду. В принципе, в начале видео он есть. Если кто забыл, можете перемотать опять же обратно и посмотреть, как это делается. 15-й щуп заходит свободно. 20-й щуп уже практически не лезет. Это говорит, что зазоры у нас практически идеальные на первом-втором цилиндре, на впускных клапанах. 30-й даже трудом. В идеале, как вы помните, на выпуске должно быть где-то 0,25. Все, свободно, смотрите. 0,25 свободно заходит. Итак, что мы имеем? 0,25 выпуск, 0,15, 0,20 впуск. В принципе, это все вполне в допусках. Сейчас мы провернем наш коленвал. Коленвал проворачивается на 360 градусов, распредвалы на 180. Ну, естественно, метки стояли внутрь, теперь стоят наружу. И мы можем зеркально проверить оставшиеся клапана. 0,25 свободно. 0,25 свободно. 0,30 не заходит. Ну, соответственно, выпуск у нас выровнялся. Заводской зазор. 15 заходит свободно. Ну, вот он наш заводской зазор. Все. В принципе, клапана отрегулированы идеально, без замены стаканчиков. И я даже скажу больше, без перестановки их в другие любые места. То есть путем просто-напросто правильного притирания клапанов они, то есть зазоры выставляются в заводской параметр. Вот. Ну все, мы, в принципе, нам осталось совсем чуть-чуть дособирать двигатель, и мы уже будем его ставить на автомобиль, после чего мы, наверное, с вами и встретимся. Уже для вас эта секунда пройдет, для меня, наверное, пару часиков. После чего мы встретимся и запустим его, посмотрим, как он работает. Итак, дорогие друзья, в принципе, сборка нашего двигателя окончена. У нас тут осталось пару мелочей, то есть там тормозную жидкость поменять, проверить уровни жидкости, то есть прогреть его, то есть выгнать, ну, погреть. Ну, в принципе, основное, что мы хотели вам показать, мы уже сделали. Двигатель установлен, собран, все залито, масла, фильтра, все поставили новые. Вот, ну, посмотрим, как он работает. Запускай, Миш. Ну, в принципе, как вы видите, двигатель работает ровно, никуда его не трясет. В принципе, все в порядке. Нам осталось его прогреть. Это мы уже на улице будем делать, чтобы он нам тут не вонял, так сказать. Вот. А вам, дорогие друзья, спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и пишите в комментариях все, что вы думаете о нашей работе.